выдолбили здесь яму, нашли небольшую жилку, крохотную. Ее, в принципе, даже видно. Кварчик он там. Гип-гип! Ура! Подожди, да, с киркой. Так вот, гип-гип! Ура! Выносил здесь, да. Вот сюда, вон куда вынесены грунт даже. Ага. Конечно, я сомневаюсь, это так просто помыть может. Помыть, да? На удачу, в горизонте. Блин, тут как бы не сорваться. Темку-то в эту хорошую. Вот здесь я нашел. Он вот так вот лежал. Где у нас доска-то? Вот она доска. Или вот здесь вот он лежал. А, вот здесь. Вот. Вот здесь вот он лежал. Вот, вот так вот. Наверху. Ага. Вот среди этих камней прямо. Так это же тоже выносили все оттуда, из ямы, мне кажется. Нет. Это, Саша, весной нанос. А может быть, кто-нибудь просто русло копал вот здесь вот. Смотрел. Ну, понятно. А второй ты где нашел? А второй сейчас пройдем дальше. Давай сейчас здесь посмотрим. Вываливаешь. Она вся светленькая, удачная такая, все видно. И вот эта вот головка там была. Где она? Вот.
пришел? Да. Вот я просто ее выкинул, смотрю, стоит. И вот оттуда, с глубины. Камни разные, ничего характерного нет. Послойно. Да на нос. Послойно не определить, потому что тут весной несет. Это самое. Понятно. Вот. А головку вот эту метистовую, там он нашел поближе между тем и тем. Ну я понял. Угу. Это может не аметист, а горный кристалл. Ну здорово смахивает. Характерные такие скелетровидные кристаллы. Так что вот интересно, но здесь ничего не взять, в принципе. Мыть понятно. Надо. Да ну что смеяться, тут сколько надо, горы перелопатить. Да, ну зато интересно, ты знаешь, как интересно копается. Вот тут уходи. На этом поле мы когда-то долбили хрусталеносную жилу. Потом ее сходим, посмотрим. Сейчас это все заросло, раньше травы не было. Были обычные лесопосадки после корчевания. Я сейчас хочу посмотреть вот это место с кварчиком. Может быть что-нибудь будет. Спустя час работы на новой. Вот, а это наша вторая ямка, где мы брали кварц. Точно много хороших щеток было. Вот. В принципе, можно щетки даже посмотреть. После дождя наверняка в отвалах что-то есть. Показать-то вам, а? Ну, к примеру, вот такого плана. Плохо видно. Ну, в общем, смысл такой. Сейчас я посмотрю, может там еще что-нибудь есть. Сейчас найдем. Что-то копает. Все, он уже хрустит, что ты? На старой канавке. Вон, противопожарной. Так что хрустит, сейчас хорошо. Вам. И бериллы, и топазы, и турмалины, все подряд сейчас. Не обещаю, но горный-то хрусталь. Сейчас я вам достану. Смелое заявление. Что смело? О, похрустывает кварц. О, слышите, как лопата хрустит? Лопата-то слышим, как хрустит. Во! А вот кварц. Видите? Россыпь уже пошла. Раз мы ее достанем. Канавку сделаем поаккуратнее. А вот тут опята были. Нет. Вот дерево где-то валяется, тут береза. Так что тут все приятное с полезным.